Всем привет, друзья. Продолжаем играть в одиночный режим. Ага. Так, ребята, вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру. Так, у нас мы открыли в прошлый раз трактор. А, ну давайте попробуем поиграем в тракторучик. А, кстати, ребята, я хотел бы передать привет всем, кто писал мне комментарии. Передаю привет, значит, Море Жени, Олегу Туманову, Геймеру Робину, Леста Геймеру, Александре, Елизавете, Максиму, Максиме Павленко, Оле Лейхнер, Кристаллу и Артему Про ТВ. Ребята, я вам передаю привет и желаю отличнейшего настроения на все каникулы. Но мы, ребята, продолжаем играть в игру. Опа, у нас вот такой тракторочек. И мы этим трактором должны проехать. А, получается, мы даже еще 50% карты не проехали. Но у нас тут просто задание проехать. И, естественно, мы еще и денежек заработаем, хорошо. А, кстати, если ты хочешь, чтобы я передал привет лично тебе, то ты должен просто быть подписан на канал и поставить лайк этому видео. А также ты должен написать просто-напросто комментарий «Привет». Да, привет. И в следующем ролике «Привет» я тебе передам лично тебе. Ну а что ж, трактор, в принципе, хороший. Смотри, какой. Мне нравится трактор. Мощный такой, красного цвета такой. Так, лебедку надо. О, лебедочка нам помогает. Смотри, видишь как? Да. О, хорошо, что мы доехали. Давай, давай. Вот, смотри, видишь как? Хорошо, что в этой игрушке есть лебедка, которую мы можем использовать, если можем проехать такие труднодоступные места. Нам поможет лебедка. Ух ты, а там получается, смотри, эти самые ящики, которые светятся. Там, видимо, еще монеток куча. Куча монеток. Угу. Так, лебедочка. О-о-о! Нифига, 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 чуть не перевернулись из-за лебедки. Так, что у нас там по времени? Успеваем? Да. Лебедка вонючая. А, вы разбились? Ух ты, ё-моё. А деньги-то вы мне дадите? Что-то вот мне интересно. Так. О, игра без интернета, рискуете потерять свои прессы. Так, ладно. Так, слушай, у меня 8000 монет. Ладно, давай еще раз попробуем проехаться. А вообще сколько тут машин? Давай посмотрим, какие тут еще есть машинки. КамАЗ есть. Нифига. Сколько? Так, подожди. Рейс и трактор. А, это такой трактор. У нас такого нет. Ух ты, Бизон. Смотри, какой офигенный. О, можно еще так крутить? Ага. Блин, а испытать их нельзя? Так, какие тут еще есть машинки? А, какую-то я взял машинку, я чуть не понял. Так, сделай 3 кувырка на машине, получи награду. Слушай, а как мне кувырочек сделать? Нет, это первая машинка, которая у нас и была. Нет, это не та. Не та машинка. А как кувырки делать? Давай попробуем сделаем кувырочек один. Опа, есть, получилось. Слушай, да тут еще можно всякие делать трюки. Типа кувырков. Сейчас я попробую еще раз сделаю кувырочек. Опа. Отлично. Нифига. А я не знал, что здесь можно делать трюки такие. И нам еще за это монетки выдавать. А ну-ка, успеем сделать кувырок? Ох, успели кувырок сделать. Так, ну что, мы 3 кувырка сделали, да? Получается. Так, нет, больше кувырков мы не будем делать. А, тут еще есть, смотри, чекпоинты даже есть. Офигеть. Ну, как бы по идее, как бы несложно здесь играть. Только то, что мы трактором разбились, то вот здесь я кувырок сделаю обязательно. Давай, кувырочек я сделаю здесь. Есть. Ну все, 3 кувырка я сделал. Поэтому мне должны дать денег. А здесь кувырок успеем сделать? Да, успели. Все, больше кувырков делать не будем, потому что есть большой шанс, что мы разобьемся нафиг. Вот. Тут еще смотреть надо, на какой возвышенности ты едешь. Вот здесь, может быть, мы сделаем. А, нет, не сделаем. Нет, хорошо, что я не стал делать кувырок. Потому что просто-напросто мы бы, ребят, перевернулись. Да, давайте дойдем уже к финишу. 1500 монет. Было 8. 8000 у нас где-то. Так, все, финиш. А, посмотрите, мы получаем опыт. Получаем бонус за финиш. А, получаем еще... сделай 3 кувырка на машине, получи награду. Это еще 200 нам дали? Ага. И сколько тогда вообще у нас? Так, бесплатные награды. А, ну давай возьмем.
Получить. Все, награду мы получили. Итого у нас 16 тысяч. Ух ты, американская классика. Что за американская классика? Ага. Так, подожди. А, типа надо было покупать? Нет, а смотри, ежедневные задания у нас есть, смотри. Сделать указанный кувырков на машине. Ага. Вообще нужно типа 7 кувырков сделать. Ладно. Потратить суммарно указанное количество топлива. Угу. Сделать указанное количество апгрейдов машины. Ладно. Ну давай сделаем апгрейды машинки. Ну давай вот этой машинке мы сделаем апгрейды. А, мощность увеличим. Так, скорость увеличим. Бак увеличим. Лебедку. Увеличивается мощность лебедки. Позволяет забраться на более крутые склоны. Давайте улучшим. Шины. Ну давай такие купим. Давай такое купим. О! Покраска. Это фигня, короче. Нет, такую краску я не хочу покупать. Подожди, а что у нас там по заданиям? Еще нужно одно улучшение сделать в машинке, да? Давай сделаем, увеличим бак. Так, бак улучшили. Что у нас, подожди, назад я, ежедневное задание. Да, 500 монет всего лишь. Капец, мало, мало. Потратили мы больше. Ну ладно, поехали. Мы прокачали машинку. Скорость прокачали. Карту, можно будет карту скоро будет открыть. Пустыня, Гавайи есть, город есть, каньон. И дальше еще, типа, дальше будет что-то интересное. Ну, в принципе, пойдет. Играем туда пока. Ух ты, ночью играем. Что у нас там по лебедке? О, да, смотри, какая мощная лебедка стала. Да, и тачку мы прокачали, смотри. А у нее реально скорость, мощность повысилась. А вот бензинчик... А бензинчик, смотри, тратится больше, чем... Вот смотри, видишь, я просто не еду. Медленно еду. Бензин тратится меньше. С лебедкой? Лебедка мне же помогает. Ну, нормально. Да. Мощность, ребята. Мощность автомобильчика тоже влияет на количество бензина. Мы тратим бензин в два раза быстрее, потому что у нас прокачанный двигатель. Вон он. Вон оно как. Понятно. Ну-ка, давайте аккуратненько. Вот еще бензинчик возьмем. Давай это. Давай, лебедочка, помогай. Ну, машинка, в принципе, у нас... Хорошо, что она не ломается, автомобиль. Это было бы плохо, если бы ломался. Это, кстати, новая карта у нас. Реально, новая карта. Ну, с помощью лебедки я, в принципе, могу машинку свою толкать, не используя особо бензин. Вот такая фишка. Фишечка такая вот в этой игре. Так, здесь ладно, не будем делать кувырки, потому что опасно. Да, посмотри, мы много потратили сегодня денег на прокачку автомобиля. О, лебедочка там помогает. Хорошо. Сколько там у нас уже? 700 монет. 700 монет. Ну, давай, отобьем. Так, все, нет заданий, у нас еще опыт набирается, это очень хорошо. Ладно, дальше проходим. Так, новая машина. Попробовать новую машину. А что там, новую машину дали, что ли, чайка? Просто так машину подарили, что ли? Багги. В натуре, ребята, нам только что подарили машину. Офигеть. Либо я ее открыл, типа как опыт я набираю. А ну, подожди, назад. А как у нас машинки открываются? Вот это, например. Видишь, опыт 6500. Понятно. Все понятно, ее с этим можно будет покрасить. Зелененькую сделать. Синенькую. Красненькую. Ладно, пока у нас такого цвета, зеленого. Все, поехали. 7 уровень. Так, а засмотри, на локации 3 ключа. Какие-то еще ключи напускают. Ну, такой вот у нас багги, автомобиль. Нифига у него колесики. Мощные такие. Опа, давай крутанемся. Ух ты! Два раза. Разбили? Так в смысле? Давай заново. Разбились. Ну, здесь такая локация.
Сейчас я попробую еще раз крутануться. Один раз только. Раз, два. Ух ты, я два раза даже крутанулся. У меня там задание же тоже есть. 7 раз. Получается, 3 раза я крутанулся. 3, 4, 5. 6, 7. По идее, 7 раз я крутанулся. Надо будет еще задание посмотреть, я выполнил его ежедневное задание. И тогда нам надо вытащить монеток. Давайте еще раз крутанемся, уже на всякий случай. Ой, тихо, главное не разбиться. Все, больше не делаем кувырков. Больше кувырков не делаем. Едем аккуратненько. Нам главное просто доехать сейчас до финиша. И посмотреть, ребята, что нам дадут интересного. Так, а на улице дождь. Ну, прикольная тачка. Колеса такие, смотри. Шикарные колеса. Опа, давай еще раз. Один раз крутанемся, одного раза хватит. И так уже куча раз мы крутимся. Уже 1000 монет заработали. Ой, это хорошо. Монеты нам нужны. Потому что там можно будет... Ух ты, пропустил я. Монетки. Ладно. О, вообще мне вот эта баги нравится, машинка. Офигенски. Офигенски ездит, аккуратненько так. Колесики большие у нее. Опля. Ну и скорость неплохая. А вот и финиш скоро, ребята. Нифига себе. Сколько мы денег заработали? 1300 почти что. Почти что 1300 монет. А, собери на локации 3 ключи. Неудача. А где эти были ключи? Я так и не понял. Не видел я там никаких ключей. Ну да ладно. Офигенные машины, прям куча. Американская классика есть. Так, ну что ж. А, получается, ежедневное задание мы еще выполнили. Потратить можно количество топлива. А, топливо я потратил, все. Указано количество кувырков. Понял, надо 3 делать, а я аж 14 сделал. Хорошо. Будем ждать чего-нибудь там. Давайте все машинки посмотрим, кстати. О, получи через сборку, называется. Еще какая-то сборка есть. Ёлки-палки. Какая еще сборка, я так и не понял. Вот это классная машинка, смотри. Офигенная. Вот такую я хочу себе. Ага, что там еще есть? Какие машины? Вот такие. Такой вот джип какой-то. О, вот этот классный. А как его открыть? Так, а ну-ка. А, ну это получается, надо покупать эти машинки, да? О, как жалко. А я думал, что не надо покупать. Вот это прикольное. Трак, этот самый. О, автобус. Монстр. Монстр трак. Но мне кажется, я их все равно смогу открыть в будущем. Даже без доната. Вот это классный грузовичок. И хаммеры есть, смотри. Получи авто в лигах каких-то. Ну что ж, ладно. А буду на этом заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк. И обязательно передавайте привет и пишите в комментариях привет. Ну что ж, всем до скорых встреч. Всем пока-пока.